Всем хеллоу, всех с наступающим. В общем, ребята, ситуация такова. Я как хороший гражданин пошел в магазин за подарками, закупился. И такой что-то вышел там, открыл багажник, пока туда все расфасовал. И хоп, багажник. А в итоге-то ключи в багажнике остались. То есть по запарке я их оставил там. Благо то, что дом, конечно, где-то в 5 километрах. Сходил за вторым ключиком. В общем, сейчас иду к своей машине, так сказать, открывать девственным запасным ключом. И вот, короче, пока иду, хочу вам немножко показать обстановку на 31 декабря. В общем, все готовятся к Новому году. Вот такая вот, так сказать, снега просто. Мама, не горю, хоть лопаты выгребай. Ребята, если у кого-то, кто живет там не в Питере, у кого-то есть снег, включите, пожалуйста, парочку КамАЗов хорошего снега. Будем очень благодарны. Все-таки надо отмечать Новый год, когда снега много, когда хорошее новогоднее настроение. А то вон, одна грязь. Что это? Ладно, идем к машине дальше. Я вот тут подумал. Это хорошо, хоть так, да, в 5 километрах от дома там машина захлопнулась, ключи в машине остались. А если бы я где-нибудь там, не знаю, ехал по трассе бы хрен знает куда. Блин. Всем совет, не теряйте голову перед новогодними праздниками. И вообще перед праздниками, и вообще не теряйте голову. Это очень вредно, как оказывается. В общем, не знаю, нашел в кармане соточку. Может, кто-то довезет, добрый человек. Может, у кого-то есть новогоднее настроение. Тут ехать-то, в принципе, на машине всего ничего. А пешочком-то долго. Сейчас попробуем. Короче, подходим мы к дороге. Сейчас попробуем кого-нибудь тормознуть за соточку. Остались у нас добрые люди или нет? Пока не фартит. О, вообще какой-то глушняк. Ну ладно, может, что-нибудь сейчас попадется. Ну-ка, ловись, рыбка большая и маленькая. Но сейчас повезет. Испытаем удачу. Вторая машина.
Не, ну на скорой мы точно не поедем. Ладно. Тут, короче, походу никто у нас сатенчик-то не хочет заработать. Почапали мы дальше. Короче, иду я дальше пешком. Видимо, в наше время, наверное, бомбить уже стало не модно. Что-то никто не останавливается. Либо все тоже едут по своим делам. С загруженным умом о Новом Годе. Идем дальше. Приятно осознавать то, что 31 декабря все люди закончили свою работу, все отдыхают, и прям вот такая вот тишина. Не, конечно, некоторые гуляют с собачками, кто-то там еще на работу идет, но в основном весь город уже отдыхает. Ну, а что же нам делать? А мы идем дальше. Идем, идем, я в поте. Факт за счет. Бедный Ауди убил бы. Господи, какие отважные люди. Они работают и днем, и ночью, и в праздники. Спасибо вам, ребята, вы настоящая гордость. Короче, цель уже близка. Вижу, машинка стоит моя одна, одинешенькая. Слава богу, что стоит, никто не забрал. Так что я ее иду забирать. Бляха-муха, в машине все, подарки, документы. Короче, бери, гони, радуйся и дари подарки. Да просто на праздник для угонщика. Да, короче, ребята, можем машины, достал заветный ключик. Напоминаю, что он девственный. Сейчас будем открывать машинку. Удачи мне. Ну-ка, ну-ка. Опа! Них-них себе! Сейчас люди набегут, скажут, ё-моё, тачку воруют. Так, ищем мои ключи. А-а-а! Вот они, родимые. Вот таким вот образом запасся подарками и все нахрен забыл. Садимся, проливали. Короче, можно сделать вывод один. Таких случаев дохера, когда люди забывают ключи в своей машине. Благо, если где-то ключи рядом, недалеко дом. И вот таким вот образом, если бы я уехал куда-нибудь далеко, я бы мог себе испортить нафиг весь Новый год. Все подарки пролежали бы в машине. Ну а что делать? Либо вызывать тех, кто замки вскрывает, либо бить стекло. Два варианта. Так что, ребята, всех с наступающим! И слава богу, Новый год будет! Спасибо всем за просмотр, всем удачи и не попадайтесь на такие вот глупые ситуации. Всех с наступающим!